Добрый день! С вами я, Владимир Свержин, и программа «Однажды». Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы понимать, в какую именно. Каждый из нас наверняка слышал выражение «уйти по-английски». Однако мало кто знает историю этого выражения. На самом деле, придумали его сами англичане, но немножко в другом звучании. Звучало оно «уйти по-французски». Дело в том, что во время Семилетней войны в 18 веке французская армия не проявляла себя как сильный боец, и солдаты норовили разбежаться. Именно этому и посвящалось выражение. То есть «уйти по-французски» значит дезертировать, сбежать с поля боя. Однако возмущенные французы переделали это выражение на «уйти по-английски». А поскольку в Россию попадала в основном французская речь, то именно выражение «уйти по-английски» осталось в нашем лексиконе.